Что тут у нас? Что будешь? Пока еще не решила. Возьми что-нибудь. Яйца какие-то. С фермы Евгения Саватова. Четыре. Коктейля. Да там больше. Это же бар на карте. Да вот остальное все чистыми. Нет, там же эти на основе, смотри, чего. Коктейлей много просто, они идут по разделу. А, вот шампань-коктейли. Да-да-да. Апероль, Кироль, Феллини, Россия. Ну, возьми. Ну, я возьму сначала, потом Майта возьму. Ты сюда каких иностранцев водила? Да я не помню, господи, это было зимой. Ну что, довольны были? Да, господи, ну нет, они вот тебе скажут, мы недовольны, нам не нравится, да? Их привели кормить, они будут тебе говорить, нам здесь не нравится. Люстра прикольная, да? Их на халяву кормят, они вот для этого. Фу, как тут... Что, горит? Да, нет, горит. Спасибо. Прям как и, да. А там этот, наверное. Коктейль Харикейн вообще класс. Класс. Это вот, знаешь, вот это вот. А у тебя как? Еще не пробовала. Это, да. Знаешь, как бы арбузный слинг, интересно, на основе чего тогда. Сколько? Еще раз возьмем на всех тогда это. Лучше мясо дикаря. Да? Это лопатка ягненка, да, она томится 12 часов, с соусом и медом. Мясо настолько нежное, что от кости ложка. Что ж вы нам раньше-то не сказали? А вы еще не помните. А вы не спрашивали. А скоро у нас еще появится четверть козленка. Да вы что? А дикаря это кто? Дикаря это кто? Ягненок, да? А я читал его. Ну тогда мы знаем, зачем приходить в следующий раз. Рассказывай, что-то у тебя тут. Это миндальный торт. А ты не нежнейший, хотела, Лена. Нежнейший. А ты не хотела. У тебя пап, что? А ты хотела какой-то мусс взять. Что, молоко? Что ты такое мне капнул? Это шоколадный торт. Миндальный, между прочим, пирожный реально самый вкусный. Тогда мы возьмем с собой миндальный торт. 20% скидка с собой. 20% на десерт. Надо с собой. Самая смешная скульптура в Москве. Это все, как бы там держит. Вообще на место. Чем даже не свою. Мы сейчас к чистым прудам выйдем, что ли? Нет, мы пойдем по улице, как все и а ты хотел чистить? Да ладно, я ничего. Это твое лицо, если ты так. А ты мой ваш сын? Спасибо. По теневой стороне. Вы это учите, как наручники надевать, да? Не, проверяем. Снимаешь что? А? Снимаешь что? Да. Зачем? Да, для себя на память.
нас типа этот фестиваль фейерверков. Света был просто. У меня даже аж стекла тряслись. Снежинки, да? Да. Красивый Нагасаки. Особенно когда это фиолетовым. Вот реально там какая-то водородная бомба. Какой-то плюс, что я в Марино живу. Пиздец, смотри. Жесть. Просто жесть. Скинь потом мне видос. Ты видос пишешь? Да. Охереть.